Казань-Экспо прошел 15-й российский венчурный форум. О том, где рождаются инновации, расскажет наш корреспондент с места событий. В выставочном зале «Казань-Экспо» сейчас особенно оживленно. Разработчики мобильных приложений, умной одежды и других технологических новинок проводят презентацию своих разработок. Самые амбициозные поборются за внимание и поддержку потенциальных инвесторов. Венчур – это финансирование инновационных стартапов из области разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта и биофармацевтики. Казанский университет представил раствор для консервации сердца при кардиохирургических операциях КФУ-2019. При сравнительно небольшом объеме инвестиций потенциальная выручка с мирового рынка продаж может составить более 2 миллионов долларов. На сегодняшний день у нас уже подготовлены, практически находится на последней стадии заключения, 3 лицензионных соглашения. Это означает, что мы подтвердили свою состоятельность, мы подтвердили, что наш препарат интересен рынку, и мы нашли партнера, который готов вместе с нами на этот рынок выйти. Стенд технопарка посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Благоприятные для ученых условия, предоставленные площадкой, помогли развить 3 ведущих направления университета. Создание не имеющих аналогов на рынке фармацевтических препаратов, виртуального полигона для беспилотников и лаборатории нейромаркетинга. По словам Дмитрия Пашина, технопарк готов к сотрудничеству с учеными и инновационными предприятиями. Предложение всем участникам, всем желающим принять участие в развитии и создании современного университетского технопарка, потому что мы открыты для всех, для любой коллаборации и готовы помочь создать свой стартап на наших площадках для тех, кто к этому готов и тех, кто имеет достаточно работы. Мероприятие завершила серия круглых столов, посвященная выходу российских разработок на глобальный рынок и поддержке государством деятельности молодых специалистов. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.